Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, и вы на канале «По Белому». Сегодня я вам рекомендую обратить внимание на нашу новинку, которая уже у нас реально состоялась, которая протестирована и показала себя очень даже хорошо. Это вполне бюджетный, но очень даже экономичный котел «Пятый элемент». Котел «Пятый элемент» отличается от котла «Казак Эко» или «Казак ГТС» тем, что он имеет горизонтальную компоновку, что очень удобно для дров, для загрузки длинномеров и для того, чтобы, как говорится, получать тепло за счет сжигания самого низкосортного топлива. Это то, что является там дровами, там всевозможным строительным мусором, всевозможными там отходами от деревообработки. Это вот как раз то, о чем вы спрашивали. Плюс тому, что в нем мы же также оставили возможность лево-право подключения по обратке. И за счет этого вы можете ставить слева или справа ТЭН для того, чтобы можно было, как говорится, не круглые сутки топить дровами. Можно там, особенно где двухучетная электроэнергия, ночная, дневная, ночью можно было по более дешевому варианту топить его электричеством. И это вполне реально. Котел вполне безопасный. На нем есть возможность установки группы безопасности. На нем есть термометр для отслеживания, какие происходят процессы. И есть вот такая дверка, которая с подачей верхнего воздуха, что позволяет более экономично использовать топливо по типу кодового горения. В целом, этот котел обеспечит любые строения, которые у вас есть. Потому что линейка этих котлов будет состоять из четырех котлов. От возможности отопления от маленьких помещений, вот как вот этот вот 11-й пятый элемент, 11-я модель, она может отапливаться там 40 квадратных метров, вполне можно отопить домик. Великолепно. И если же нужно кому-то более отопить там 200 квадратов, у нас есть и такой. Все, заказывайте, вся информация на нашем сайте.